Вышел из дома, вот помойка, а вот телевизор, перст указующий указывает на него. Samsung диагональ 72, кинескопный. Еще не успели даже разбомбить его. Эх, я бы его забрал себе, но ставить некуда, просто некуда, жалко. Жалко. Что у нас тут? Модель какая? КС-2А-29Ю-2. КС-29Ю-2WTR. 100 ватт. Сделано в Корее, но уже с Ростестом. У нас собирали, значит, два скарта и антенный. Все, больше ничего нет. А, нет, есть. Потому что я еще подумал, когда сказал, что ничего нет. Должно быть. И должно быть, вот оно. Здесь под наушники разъем. И вход аудио-видео RCA. Телевизор наверняка рабочий, плюс еще он стерео. Здесь. Таких больших телевизоров моно вроде бы не было на тот момент. Есть ручки вот здесь для переноски. Но он нереально тяжелый. Он просто гигант. Мне, чтобы его поднять двумя руками, потребуются просто титанические усилия. Жалко, жалко телевизор. И поставить-то некуда. А так ведь его можно где-нибудь выставить. Я имею в виду, ну, в каком-нибудь гараже, там еще где, где тепло. И смотреть его. Экран большой, нормальный прям. Золото, а не телевизор, жалко. Менюшка. Звук, переключение каналов. Приемник. Все работает, два светодиода. И на кинескопе я не вижу, чтобы были какие-то сколы, выгоревшие пятна. Все с телеком в порядке, просто пришло его время. Жаль.